Готовим курочку в апельсиновом маринаде. Для приготовления маринада чеснок измельчаем, добавляем соевый соус, сок одного апельсина, имбирь молотый, приправу для курочки и куркуму. Хорошенечко перемешиваем. Курочку предварительно обмываем, намываем, все лишнее удаляем, маринадом заливаем и хорошенечко везде обмазюкиваем. И оставляем мариноваться в идеале на сутки, но минимум на часов 6. Курочка замариновалась, в рукав для запекания ее загружаем. Духовочку разогреваем до 180 градусов и отправляем ее туда на 1,5 часа. Далее рукав разрезаем, увеличиваем до 200 и оставляем еще на 10 минуточек. Курочка готова. Приятного всем аппетита!